Многомиллионный зритель. Здравствуй. Петрова Мария Сергеевна. Пусть будет близким не в упрек их вечный недосуг. Со мной мой верный огонек, со мной надежный друг. Не надо что-то объяснять, о чем-то говорить. Он сразу сможет все понять, лишь стоит закурить. Он скажет: ладно, ничего, свечением золотым, и смута сердца моего рассеется, как дым. Я все же искорка тепла, он скажет мне без слов. Я за тебя сгореть дотла, я умереть готов. Всем существом моим владей, доколе ты жива. Нечасто слышим от людей подобные слова. Спасибо.